Мейсон, отрекся от всего. Он оставил меня ради возможности защищать родину от таких, как ты. Я ненавидел его за это. Но вот я здесь. С тобой. Мы родственные души, Дэвид. Оба потеряли самых близких людей. I throw this to the wind. Oh, what if I was right? Well, did you trust your noble dreams and gentle expectations to the mercy of the предохранители, дурень. Привет, старик. Рауль Менендес был здесь сегодня? Сержант Вудс! Рауль Менендес, лидер Кордис Ди. И самый опасный террорист со времен Усамы Бен Ладена. Нахрен! Только время зря тратим. Он овощ! Заткнись! Он сказал, Мирмана. Это сестра на испанском, дебил. Парни, лучше соберитесь, вашу мать. Он готовится к атаке. Если тебе известно об угрозе национальной безопасности, ты должен нам сказать. Включи камеру. Твой старик отлично справлялся на Аляске, пока, сука, Хадсон не явился. Пап, мне страшно. Помоги. Тебе уже 7 лет, Дэвид. Хватит ныть, не маленький. Ненавижу тебя. Дэвид, стой!
подполковник Норт СНБ. С Джейсоном Хадсоном вы знакомы? Зачем вы здесь? Вчера сержант Вудс возглавил тайную операцию по ликвидации контрабандистов оружия в Анголе. Сегодня утром мы потеряли с ним связь. Так езжайте за ним, ЦРУ. Тут вам что надо. Ангола кишит кубинцами и русскими. Нам туда нельзя. ЦРУ решила похоронить дело. Вудс и его людей больше не существует. У нас есть все для вас, Мейсон. Только скажите. Дэвид побудет с Дженни, как и раньше. Она любит с ним возиться. Все будет в порядке. Ты же говорил, что не вернешься в армию. Ты обещал. Дяде Вудсу нужна помощь. Он бы мне помог. Они выяснили, где менять у спутника-шпиона. Одного из этих 09-х. Этот малыш выплевывает капсулу с пленкой, подлетает Си-130 и подбирает ее на высоте 9 километров. Пленку надо было обработать, проанализировать и доставить. Все вручную. Это был долбанный геморрой. Джонас Савимби. Думаешь, я совсем сдурел? Савимби, помоги! Вот зараза! Огонь его прикончил. Иногда спасать поздно. Нам надо идти, чтобы не последовать за ним. Минометный огонь означает, что МПЛА готовится к атаке. Если им нужен бой, они его получат! Вперед! Мейсон, как слышно? Ты где, Хаттон? Я в воздухе к северу от вас. Силы МПЛА направляются к вашей позиции. Знаем, Савимби ведет контратаку. Мужик с яйцами, это уж точно. Что с Вудсом? Нам известно его местоположение? Его постоянно перебрасывают с места на место. Люди Савимби скоро должны выйти на связь. Минометы остановились! Они идут, братья мои! Бой, братья мои! Рано или поздно одному из них повезет.
Что на грузовике? Я не смогу пойти на другой заход, пока ты не избавишься от пулемета. Я с ними разберусь. Возможно, он уже мертв! Пошли, Хадсон.
я пропал без вести во Вьетнаме. На твой смысл, что я погиб. После всего, что с ним сотворил Кравченко, все эти цифры, и Резнов ему крышу снес. Да он не отличал действительность от глюков. Да и кто бы и отличал, твою мать, Кравченко. Выходит, когда я порезал ублюдка на кусочки, спас всем задницы. Бац. Добро пожаловать в Хилтон Ханой. Через 6 месяцев меня переправили в Дананг. А по сравнению с ним, даже Хилтон прекрасен. Из моей группы 17 погибло. К 72-му остался только я. Я не собирался подыхать в сраном болоте! Подхожу к конвою. Баржа соответствует описанию Савелия. Смутс должен быть там. Подлети ближе! Твою ж мать! Мы под сильным огнем! Черт, мы падаем! Прыгай, Мейсон! Прыгай! Помоги ко мне, Мейсон. О, господи. Вудс, ты там, брат? Трупы уже начали разлагаться. Они мертвы уже несколько недель. Я Мейсон.
Что они с ним сделали, Хадсон? Наверняка привлекли внимание всех солдат МПЛА в этом районе. Надо уходить. Давай, Вудс, я помогу. Я тебя держу, брат. Впереди деревня. Антенна означает, что у них есть рация. Можно связаться с Авимби и вызвать подмогу. Стоим. Давай за то бревно. Какого черта тут кубинцы забыли? Это же просто дети. Идем.
не высовывай свою башку. Не шевелись. Пусть пройдут. Ладно. По моему сигналу бежим к деревянному дому. Давай. Черт, нас заметили, Мейсон. Американус! Не шевелись. Еще один патруль. Как пройдет, уходим в траву. Хорошо, не высовывайся из травы. Оставаться на месте, они перед нами. Так, все чисто. Выходи из травы. Ты выживешь, Фрэнк. Я присмотрю за Вудсом. Будь осторожен. Постарайся не привлекать политика не должна тебя волновать. Он всего лишь пешка, как и ты. Делай, как сказано. Делай то, что я тебе велю, или ты труп. Настрой чистоту на... Ты меня убьешь, да? Не шагу, или ты в разе конец! L'americano le sta di Siena che non son huevan. Заткнись! El piezo que está al control, pero él no es. Заткни, сказал! Опустите оружие! Богом клянусь, я его прикончу! Los americanos no saben nada de la lealtad. Quizá nosotros deberíamos demostrar. Подмогу вызвал? Нет, мы сами по себе. Давай к реке. Твою мать, Мейсон, за нас половина деревни преследует. Что за херню ты там устроил? Заткнись, Хадсон. Нас догоняют. Надо выиграть время. Браконьерских площадок! Давай наверх и прикрывай нас! Thank you.
Уходить, Хансен! Бросай дымовую! И пошел! Хватай, Вудса! Ну, продавай, Вудса! Он у меня! Идем! Отсюда. Нет. Долбаные русские. Зараза. Выхода нет. Что за? Думали, я вас брошу? А? Давайте быстрее! Мейсон. Меня хрен убьешь. Меня хрен убьешь. Благодаря твоему отцу, он всем рискнул ради меня. Ради дружбы и чести.